Всем привет, с вами QWERTY, и сегодня мы продолжим играть с вами Fallout 3. Мы закончили на том, как нам дали задание пойти найти своего отца. Мы собирались идти в Вашингтон. Нам придется преодолеть такой вот немаленький путь, я вам даже скажу. Отсюда до сюда. Но мы достигли галактики, сейчас нужно поставить на задание ее. След. Эти дистанции. Так. Да, нам идти сюда. Задание на Сити Галактики. Но, в принципе, мы должны дойти сегодня. И, я думаю, дойдем, выполним задание. Ну, какие-то пошаговые, да? То есть, какие у нас там задания? Найти радиостанцию, но это выполним. Разобраться с Хиллари Спрингвилле, поговорить о папе с Коэн Мариарти, посетить ближайший город Мегатон и навести справки о папе. Мы же вроде Мегатон... А, Мегатона... Да, вот это же Мегатон. Мы ее посещали уже. Ну ладно, странно немножко, ну да ладно. Так, идем мы на восток, судя по карте. Идем с обычным пистолетиком, который нам давался в убежище. Но ничего страшного. Давно видосики по Fallout 3 не выпускал. Ну, уже дня 4, наверное, точно 5, да. Просто я еще в Skyrim играл немножко. Кстати, вот как ускорить? Опасность? В смысле опасность? А, ну здесь, наверное, чуваки какие-нибудь бегают, вон там, как его зовут, Дринь, по-моему. Вообще, мы к нему поближе подойдем. Я решил, буду вот так убивать, то есть нажимать на... Не туда. Нажимать на противника, и вот, мы брали сейчас тело стрел. То есть сразу систему ВАЦ включаю, нажимаю на противника, все, чтобы не напрягаться. Нам, по-моему, нужно туда, на мост. Да, нам на мост нужно. Всякую фигню мы не будем подбирать. Я потом инвентарь тоже чищу. Но я даже не знаю, до какого режима играть, потому что они вроде все ничего такие. Так, мост мы не перейдем. Блядь. Ёпта. В голову, да? Как в голову? А вот сюда. Оп. И стреляем. Ни хрена себе, он жирный. Давай. Все. Готово. Мясо, крутая крыса, радиация и уровень здоровья. Да не будем брать. Как там выходить оттуда? На Е, по-моему. Ну, там нормальный уровень здоровья. Падает очки здоровья. Прикольная анимация, конечно, в Fallout. Так, что-то я прыгать не могу. А вот, кто там бегает? А это этот. Тан-тан-тан. Кто там стреляет? Опаньки. Надеюсь, это не по нам стреляет. Сейчас мы пойдем либо поможем им, либо сами их убьем. Хотя мы вряд ли сможем их убить. Твою мать! Это рейдеры, твою мать. Ладно, сейчас мы их... Стой. Как там отменять атак? Откуда? Надо что-то делать. Не туда. Как? Не хочу я на него стрелять. Не хочу, я хочу другого. Вот, я в него хочу. Сейчас выстрелю. 4 сделаю по нему. Первый, второй. Во второй попал. Чё это за херня? Я, походу, там в бочку попал. Твою мать. Что за ОД? А, это очки действий. Блин, у нас жизни маловато. Кто там ходит? Это надо его спасти. Мы типа его спасли, да? Еще надо рейды до этого хоть остались тела. Монстры! А они вот же меня тут съедят! Эти что такое? Успокойся, малыш, чё-то где проблема? Что такое? Эти штуки! Они все появляются! Они меня пугают! Останови их! Сила, эй, парни, все в порядке, я больше крутой парень. Ой. Ты выглядишь сильнее других взрослых. Ты защитишь меня? Смотрите, нажимать, ну ладно. Мне надо знать, что происходит. Ну, давайте. Эти большие штуки шныряют по всему Грейдичу и убивают всех подряд. Пожалуйста, дяденька, найди моего папу. А, что ты можешь сказать что-нибудь еще? Я слышу, что где ты живешь, мне пора идти. Что произошло? Да, раньше все было типа неплохо,
Никто нас тут не трогал, думаю, потому что мы были так близко от столицы. Нас там было семеро, мы жили в старых высоких кирпичных домах. Думаю, я последний, эти твари забрали всех остальных. Кто еще жил? Вот их, наверное, про отца. Ладно, что такое? Ты можешь сказать что-нибудь о тех, где ты живешь? Нет. Осторожнее, а то... Окей, обыскать. Вот тут чувачок идет, а мы сейчас поможем. Вот рейвера я начал осмотреть. 10 миллиметров патрон. Давай, туда. Броня не нужна. И вот этого. Бутылочная крышка, одна штука. Чего он тут улегся, ёпта? Что это за херня? Пожалуйста, воды. Охереть. Ты еще один человек, которого не хочет. Воды. Мне дурно. Дай напиться, иначе мне конец. Тогда помираю, что у меня нет лишней воды, я никогда на сразу же вернусь. Скорее всего, ты просто издеваешься. Но мне все равно деваться некуда. Ты знаешь, где меня найти. Окей. Расходить. О, другой автомат. Бутылочная крышка. О, ядер кол. Вот это то, что мы искали. Хорошо. А сюда можно войти? Супермарт. Я думаю, здесь будет чуточку получше. Довоенные деньги. Стоимость 10. Ну, возьмем, будем собирать денежки. Ага, сейчас я тебе выкулю. 90. 54. На тебе, паскуда. О, на тебе, блюдок. Два выстрела в голову. Охренеть. Так, вес 100 су. Я еще не особо тут понимаю, да? О, осколочная граната, шлем. Рейдер псов. Ну, давайте посмотрим сейчас, что у нас там со снаряжением. Костюмы, броня, рейдеры из плотных земель. А, одинаковые, да? То есть разницы вообще нет, не знаю, что такое ССТ. Поэтому это выкидываем. Как выкинуть? А, вот так. Комбинезон убежище тоже не нужен. Очки. Ну, оставим. Какие лучше? Стоимость. Вот эти хуже. Так. СУ-3. 114. А, стоимость, наверное, стоимость. СУ-2. Нет, нам это не нужно. Что у нас тут есть? Жестяная... Ой, зачем жестяную банку взял? Черт. Кто там стоит, блядь? Мы его выбьем. Блядь. Ёпта, посрался нахуй. Сейчас четверочка. Два выстрела. Ты два из двух. Минус. Еще по фасту обкрадем. Броня и взрывников. Патрон и револьверчик. Отлично, новое оружие. Вот так вот. Опа, опа. Давай, давай еще. И еще. А, черт, твою мать. Надо подождать, пока вода восстановится. Оп. Найс. Нет, не найс, я его не убил. Ой. Где он? Почему не нажимается? Туловище. Да ты, я так не туда нажал, твою мать. Куда нажимать? На Е. Оу, как там меня выстрелили, так красиво. Окей, минус 2. Блин, у нас очков нет. Твою мать, у меня 3 патрона. Опа, какой хедшотик. Окей, окей, без проблем. Снаряжение. Оружие. 10 минут пистолет, стоимость. Так, а у меня патронов-то нету. 5 из 2. 0 из 0. Ёпта. Придется брать револьвер как-то. Пытаться попасть ему в голову. Ничего ты не.
Я вообще его убить не могу, что за херня? Твою мать, что делать? Броня. Патрон, револьвер. Зачем взял револьвер? Ну ладно. Найс. Патроны. Твою мать. Давайте возьмем ядерковую. Боеприпас разная. Давай на деньги, пусть из ключей. Помощь. Медикс. Сопротивление к урону. Радиация. Эффекты. Уровень здоровья плюс 5. Ладно, хрен с ним. 2 радиации в секунду. Уровень здоровья плюс 48. Вот. Стимулятор. Еще нужно стимуляторов. И что так мало прибавляется? Ну окей. Так, было 12%. Ой, вообще нет статистики куда ни. Еще надо к нему вообще подойти прямо вблизи. Опа. До свидания. Ублюдок. Твою мать. Да когда же ты умрешь? Я вообще по нему патроны кончились. Твою мать, что делать? Там, по-моему, чувак был, надо быстро к нему сбежать. Опа. Ружья, патрон. Хоккейная маска. Броня. Не надо. Так. Ёпта. Да давай, заряжайся ты уже. Патроны. Надо брать эту... Дробовик. Какой дробовик? Хотя, может, есть дробовик? Патроны. Так. Нет, патрон. Окей, полицейский дробовик, тогда больше никак. О! Наконец-то, твою мать! Это что за трэш был? Патрон с картечью. Шлем психорейдеров. Стоимость. Нет, нам не нужно. Твою ж мать, тут еще патроны были, оказывается. Я вообще просто в хлам коцанный. Это я бы сказал, это тоже. Что-то надо делать с этим. Я не знаю, как с ними вообще нормально сражаться можно. Опа, терминал. Средний, понятненько. Что-то у нас завалено все. Зачем я вообще сюда пошел, я не понимаю. А, здесь может вода есть, точняк. Кружка мина, проводник возьмем. Пусто. Пачка сигарет. Ключ от аптеки супермарта. Чистящие средства Абраксо. Но он, я так понимаю, оно вообще не нужно. Пусто. Что-то здесь вообще все по нулям. Пепельница. Вот кружки не нужны мне. Что это? Кружка мина еще. Кружка мина, что это может быть вообще? А, крышка мина. Ну все равно непонятно. Так, сейчас поищем здесь водичку для него. А что-то здесь только одни жестяные банки. И жестяные банки. Но она должна ведь, по сути, стоять, блин. Опа. Ничего себе парку. Водичка! Найс. Стоп, она полная, надеюсь, была. Вон еще водички. Вот это там просто было написано бутылка с под газировки. И вряд ли там вообще осталась газировка. Стоимость 1. Тут тоже стоимость. Ну это вроде без газировки бутылка-то. И что делать? Ой, тут еще ходы есть, смотрите-ка. Можно еще вот сюда пройти. Посмотрим, что там. Мы там вроде взяли ключ от аптеки какой-то. Че он так резко перенастроился? Винт, бутылочные крышечки, бафаут, медикс, стопка нам не нужна. Активировать нет, спасибо. Активировать не хочу. Нет. Что-то тут ничего интересного. Хотя, по сути, здесь, походу, люди еще и спали. О, ёб твою. Ж налево. Что это такое? Не, спать не хочу тоже. Опять случайно
Я не понимаю, что там иногда это делают. Еще один туалет, это тоже женский, видимо. Но здесь тоже ничего интересного, здесь даже столика нет. Пустота одна. Даже не знаю. А, вот еще одно местечко вроде, да? Мы там еще не были. Так, бутылка из-под газировки. Торговый автомат. Ядер кола. Ой. Так, ядер кола взяли. Нихера себе. Но мы вышли, короче, через другую дверь, я так понял. Пить у меня нет. А ядер кола ты не будешь пить? Пожалуйста. Я понял. Ядер кола ты не хочешь. Ну ладно, тогда идем дальше по своему заданию, только у нас уровень здоровья резко упал. Патронов очень мало. 12,6, 12,12 из двух. Давайте вот это. А, ну в принципе можно потом будет продать. Она особо немного весит. Револьвер. Патрон нету. Ну в револьвер, я так понял, вообще дерьмище. Окей, берем пистолетик. Костюмы, помощь. Ядер кола. Радиация, уровень здоровья. Что-то как-то маловато прибавляет, в Fallout 4 он прибавлял больше. Окей. А где посмотреть свой уровень здоровья? В Fallout 4, опять же, говорю, там поудобнее будет. Ну ладно. Идем дальше. Нам нужно идти вон в ту сторону. Я думаю, тут особо ничего не будет интересного. Хотя, кто знает, это же Fallout все-таки. Так, это... Я так понимаю, под радиацией, да, водичка? По-любому. Вот мост, кстати, еще один небольшой. Можно надо было там пройти, может, что мы и нашли. Но можно, в принципе, и под мостиком пройтись. Сколько здесь мостов? Блядь! Твою мать, блядь! Нихуя! Чё за дерьмо? И это все ради 5 осколочных гранат? Нет уж, спасибо. Давайте мне еще что-нибудь. Матчбокс. Твою ж мать. Я обосрался больше, чем сам герой. Ладненько, идем дальше. Че ж ты не прыгаешь? Когда нужно. Ну, пистолет, конечно, у нас вообще нулевый. Мы только что это проверили, он в супермаркете-то. Нихера, как расколбасило-то его. Не, ну Fallout 4 там тоже есть типа такого местечка, но там оно вообще поинтереснее выглядит. Насчет Нью-Вегаса, да, я Нью-Вегас тоже вроде как собираюсь проходить после третьего Fallout, но это будет еще не скоро, как мы поняли, да. Одно видео в 2-3 дня. Быстрое путешествие, обнаружено несколько локаций. Можете быстро перемещаться в любую из уже обнаруженных локаций с помощью карты мира в вашем Пип-Бой. Это я знаю. Там мы еще не обследовали ничего, ну ладно. Че это за звуки? Странные. Она, по-моему, туда и нужно. Зачем я забрался наверх? Спрыгнул, умру, наверное. Ну, как минимум, покалечусь. Так, тут, похоже, метро, да, было? Да, что-то типа метро. Так, курну. Пачка сигарет, пепельница. А пачка сигарет вообще интересно, можно что-то сделать? Метро закрыто. Машины, кстати, прикольные были. В те времена. Оп, твою ж мать, там кто-то, блядь, есть. Блин, мы вообще не на ту сторону перешли, нужно было туда идти. Я вообще что-то теряюсь, или нет, или туда. Это кто? А, это наш чувак, да? Это наш братан. Братан, беги. Беги, я тебе ничем помочь не могу. Стоп, он сюда вошел? А, сюда можно войти. Давайте, у вас есть 3 способа вылечить покалеченную конечность, поспать в кровати, найти врача или заняться самолечением при помощи стимулятора. Окей, стимулятор. Бутылка из-под газировки. Ну, кстати, вот это все мусор, мы это выбрасываем. Давай на деньги, жестяная балка, заколка, ланчбокс, импульсный пачек сигарет, проводник, связка ключей, оставляем. Боезапас, дротик, патрон с картечью, помощь, с чем мы хотели? А, мы найти. Хотели, куда нам идти. То есть нам сейчас правее и дальше. Ну все, я понял, в принципе.
За ним, в принципе, я думаю, мы не пойдем, мы вроде как собрались выполнять этот квест. Почему он не прыгает? Ну ладно. Я просто привык по таким сложным путям ходить. Идите нахуй. Где? Откуда? Откуда это стреляет? Не, ну нет смысла в этого рейдера стрелять. Я лучше убегу от него. Давайте подождем, короче, мы здесь подкараулим и ватсом чпокнем его. Надеюсь, я правильно говорю, система ватс ведь, да? Сейчас мы его чпокнем. Блять, иди нахуй. Отстань от меня. Подойди ко мне поближе, брат. Давай, 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 давай. Ух ты, их тут двое. Ну все. Я не знаю, тратить на них пуль не дать. Ладно, хрен с ним, потрачу. Он еще и промахивается. Ну посмотри, какой он кривой. Да твою мать! У него лоу хп осталось. Че делаем? Снаряжение, очки хамелеона, так, оружие. Выкидной нож, урон 5. Урон 5. Ну давайте ножа я сейчас зарашим. Отвали, отвали от меня. Пошла в жопу. Так, броня, патрон, револьвер. Мы все патроны на них потратили. Телефон. Ого. Китайский пистолет у нас вроде уже есть. Патрон. Окей. Ох, как жестко. Обыскать руку рейдера. Окей. Так, что у нас там еще раз по карте чекнем. Так, метр пистолет, патрон есть. Инфо. В принципе, идем правильно. Сейчас еще бы не стать каких-то чувачков. Кстати, интересно, что эти за статуи такие? Очень интересно. Они вроде по всему периметру расположены. Так, кто тут еще, а? Надеюсь, они не злые, если зелененькими запражаются. Там кто? А, мы здесь... Твою мать, мы здесь уже были. Чё-то я вообще кругами хожу, как ДЦПшник. Давайте еще раз разберемся. Нет, иду я не туда. Нам нужно туда. Чё за бред? Чё-то я вообще потерялся. Окей, идем прямо. Вы сорян, что я так туплю. Просто мне... Значок показывает идти вот сюда. А мне нужно идти туда. Почему значок показывает туда назад? Я не понимаю вот этого. Ну ладно. Конечно, опасно так ходить по открытой местности. Ёпта, какие здесь здания-то страшные. Хорошо, что всяких ублюдцев еще нету, ёпта. Испугался этой херни. Так, танк, ого, небольшой такой танчик, да, прямо идем, а там проход-то будет, нихера себе, а, это не танк, это машина, просто у нее там что-то с крышей, так, мы здесь вообще проберемся, нет, я думаю, нет, потому что, судя по тому, как мы прыгали в прошлый раз, здесь мы вряд ли сможем нормально попрыгать, или все-таки попрыгали, оп, оп. Нихера себе там. А сюда вообще можно пройти? А, он сюда не пускает, типа закрытая локация. Или чё? Ладно, хер с ним. Пройдем здесь тогда. Чё нам там? Прямо там, в принципе, по дороге можно будет пройти. Блин, карта, конечно, не очень удобно сделана, ладно. Блять. Только я сказал. Сука. Ёб твою налево, супер мутант, ёб твою, блядь. Чё делать? Кентавр, какой нахуй кентавр, блядь? Пиздец, блядь. Давайте тогда в голову целиться, чё ещё? Нихуя! Я вообще не могу в него попасть. Ну все, это, короче,
Мы еще не сохранились, отлично. Я не знаю, как играть в это говно. Давайте. Что давайте? Я вообще не то смотрю. Выкидной нож, боевой дробовик. Боевой дробовик. В принципе, у нас есть патрончики. Мы их как раз прибегли на крайний случай. О, ублюдок. Ублюдок, говори. Говори. Твою мать, он еще жив. Давайте не будем тратить ценные патроны и просто убьем его с ножа. Отстань от меня. Твою мать. У него еще ничего нет, оказывается. Твою мать. Все, что с него упало, это доска с гвоздями. Ладно, придется ее взять, ибо это вообще. Там еще что ли, блядь, мутанты эти ебучие. Ёб твою мать. Твою ж налево. Опасность, да? Чё? Чё за хуйня? Твою ж... Чё делать, ребят? Ну... Так, в принципе, патроны... У нас это одинаковые, да? Дешевая херня. Куда я нажал? Выкидываем, выкидываем. Полицейскую дубинку одну выкидываем. Осколочная граната. У нас есть осколочная граната. Сейчас замутим. Скублю, ёб... Блять! Я ж тебя стрелял нормально. Ёп, ты чё ж я такой кривой, нахуй. Я вообще попадаю по нему? Да чё ж за херня? Ладно. Чё делаем? Помощь? Ядерколы, стимулятор. Вот так вот. Так, теперь оружие. Охотничье ружье. И целимся ему прямо. Вот так. Знаете, ублюдок. Супер мутант бестия. Это вообще просто жесть, бля. Ща мы его завалим. Ща. Так. Револьвер. Выкидной нож. Китайский пистолет, боевой дробовик. Боевой дробовик. Надо быстрее лечиться. Не, ребят, это бред. Чё-то вообще трешак. Если вот мы сейчас резнемся далеко, то я не знаю, что я сделаю. Отлично, великолепно. Прекрасно, потрясающе. Даже не знаю, короче, что, какие можно сделать выводы из этого. А вывод из этого можешь сделать только один. Такие игрушки не для меня. Да, было поначалу интересно. Все дела, открытый мир. Но как-то мне вообще не по кайфу играть в эту херню. Просто вообще не по кайфу. Блять, давайте убьем его. Просто отпиздим. Да я не хотел на вас... Я хочу тебя убить, лады. Понимаешь? Чё, ты не умираешь? Мы потеряли карму. Правда, у тебя есть что-нибудь? Лазерный пистолет? Ого! А, у него патроны нужны. Окей. Давайте еще этого тогда убьем, чего уж тут. Чё мелочиться-то, да? Знаете, на... Я сдаюсь! Нет, блядь, ты не сдаешься. Иди сюда. Ты умеешь, ты можешь вообще? А, бессмертный типа. Иди сюда. Ты иди сюда, чё, засал? Тут не обыскивали, а тут пусто. Чё-то он медленно как-то бегает. Как он сумел сбежать от всех монстров, от которых он бегал? Не, ну он вообще не хочет умирать. Ладно, ребят, шутки шутками. Игрушка реально просто не подошла под меня. Насчет Skyrim, но вот Skyrim, вот эти все фоллауты, как-то они вообще не подходят реально, я не знаю, как их проходить. Они какие-то не линейные, мне больше нравится линейность, а не вот такая вот свобода мира.
Ну, отличие, конечно, кроме GTA-шки там, да. Ну, хотя GTA-шки там тоже линейность чистая. Ой, радиация. Давай чем будем радиация, короче, под конец. Ой, как прикольно здесь плавать. Не знал, что будет так прикольно, серьезно. А от второго лица очень прикольно плавать, от третьего. Серьезно. Может, сейчас прямо там плавать. Ох, у нас кислород закончился. Бедный питбой. Мне больше всего жалко питбой. Офигенная графа просто. Кстати, давайте я тогда прямо при вас посмотрю. Посмотрю, какого года эта игра уж. А то на протяжении 3 серий хотел посмотреть, никак не найду, да? Сейчас. Так. Эта играшечка у нас 2008 года, кстати говоря. Не такая уж старая. Fallout не писал на Windows 7. Кстати, да, на Windows 7 Fallout вообще никак не хочет идти. А он сейчас нас будет слушать, интересно. А, это мы же воскресились только что. Ну ладно. Всем Что, спасибо за возвращаешься? просмотр. Насчет видосиков. Больше не будет по Fallout уходить, к сожалению. Ну, или к счастью, да. Потому что особо интересными они не были. По видосику не будут. Ой, по Fallout не будут выходить. Ну, найду еще игрушечку, какую пройти можно, и обязательно пройду ее. Всем спасибо за просмотр.